Деревянные речки очень хорошо помещаются в ладошку малыша, и манеж служит хорошей опорой для ребенка, который учится ходить и вставать. У нас на полу везде плитка, и падать очень опасно, если ребенок не умеет делать это правильно. Поэтому в манеже мы положили ковры, и малыш там учится падать без травм. Все игрушки я держу в манеже. Ребенок играет только там. Для него это хорошая мотивация побыть в манеже. Это его игровая зона. Он может автономно сидеть в манеже, занимаясь игрушками, до часа. При этом я рядом в комнате могу готовить, могу кушать, могу делать какие-то домашние дела, разговаривая с ним. Мы как бы рядом, он меня видит, он довольный, играет или общается со мной. Иногда я днем кормлю малыша, и мы вместе засыпаем в манеже. И мне спокойно, что он не укатится, никуда не упадет, как, например, со взрослой кровати или дивана, или детской кроватки, где опущен бортик. Когда функция ограждения не будет нужна нам в дальнейшем, мы манеж планируем использовать как игровую зону.